Нижняя палата парламента Японии одобрила закон, который позволит военным принимать участие в боевых действиях за пределами страны. Решение приняли, несмотря на многочисленные акции протеста граждан и падение рейтинга премьера Синдзо Абе. Отмечу, что более половины населения страны уверена, что право на применение силы за границей не отвечает интересам национальной экономики. После поражения Японии во Второй мировой государство отказалось от войны как способа разрешения международных споров. Однако в случае одобрения инициативы Верхней палаты парламента Японии получит право участвовать в военных операциях за пределами своей территории.